Сургутские автовладельцы в минувшее воскресенье никак не могли поделить дорогу. Как следствие, несколько серьезных ДТП. Обошлось без человеческих жертв. Одна из аварий произошла по вине начинающего водителя. При развороте на легковушке парень не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой, которая ехала за ним. Виновник ДТП и три его пассажира получили травмы. Вечером того же дня в Сургуте на Югорском тракте произошло массовое столкновение 7 автомобилей. По предварительным данным, причиной послужило нарушение безопасной дистанции одним из водителей. В этой аварии травмы получили 3 человека. Всего за прошедшие выходные в Югре зарегистрировано 4 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних. Госавтоинспекторы задержали 32 водителя с признаками опьянения. 84 автолюбителя выехали на встречку. 148 нарушили правила перевозки детей.